Тестируем крем Tinturium Ultra для восстановления зрения. 27 июля начались клинические исследования новинки крема Tinturium Ultra с увеличенным содержанием пчелиного яда. Он создан для предотвращения возрастных изменений зрения, снятия усталости и напряжения глаз. Одна упаковка собрала полезные свойства яда 30 пчел. Применение крема схоже с процедурой пчелоужаления. Перед началом исследования все участники проходят тестирование в офтальмологической клинике. Врачи выявляют у людей основные проблемы со зрением и дают рекомендации по применению Tinturium Ultra. В течение месяца участники используют крем, дважды в день втирая его в биологически активные точки вокруг глаз. В конце курса они вновь пройдут тестирование в клинике и зафиксируют изменения. Хотите узнать, как изменится жизнь наших участников после применения крема? Тогда следите за нами в соцсетях. Крем Tinturium Ultra. В продаже уже этой осенью.